Друзья, всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале. И я продолжаю играть в игру под названием Номиклон. Под прошлым видеороликом вы мне написали то, что ты делаешь за детские элементы. Попробуй реально выполнить что-нибудь сложное, например, петлю Корбут. Я тут посидел и подумал, а реально ли выполнить вообще петлю Корбут в игре Номиклон? Я подумал и решил попробовать. И сегодня я попробую сделать петлю Корбут в игре Номиклон. Что у меня получится в итоге, сейчас мы это и узнаем. Поехали. Что ж, друзья, перемещаемся в игру. Мы снова видим перед собой болтающегося человечка, который дергается на перекладине. Я продолжаю играть на геймпаде от PlayStation 4, на эмуляторе BlueStacks, на ПК. Джойстик я настраивал через Steam. Ну что ж, друзья, давайте попробуем выполнить петлю Корбут. Кто не знает, как она выглядит, сейчас я вставлю видео здесь или здесь, как выглядит по-настоящему петля Корбут. И сейчас я попробую выполнить точно такой же элемент, только уже в этой игре. Лично я думаю, в этой игре его будет очень сложно сделать, но как многие пишут, то что в этой игре его реально сделать, не то что его можно сделать. Давайте начнем пробовать. Я понял, что нужно раскачаться, встать на турник и сделать заднее сальто и зацепиться на перекладину. Так и выглядит петля Корбут. Давайте пробуем делать этот элемент. Поехали. Так, берем раскачку. Я понял, что здесь для этого элемента нужна кнопка только Arch. Кнопка Tux здесь не нужна. И нужна кнопка Let Go, чтобы отпустить руки. То есть нам нужно раскачаться, отпустить руки, встать на перекладину, сделать заднее сальто и зацепиться. Вроде все легко. А в теории все легко, а на практике сейчас мы и посмотрим. Оп! Что это такое за элемент получился? Было прикольно, но это не петля Корбут. Так, нужно вовремя. Вот, что-то было похоже. Я почти стал ногами на перекладине. Так, перелетаю. Буду пробовать через перед, через зад. Через зад. Я думаю, будет сложнее делать. Буду делать через перед. Так, я понял, нужно. Вот, уже было близко, я почти встал на перекладине. Так, я понял, нужно где-то здесь ноги отпускать. Я понял, где ноги нужно отпускать. Ноги нужно отпускать где-то сзади. Давай, брат, ты сможешь. Петля Корбут, это же простецкий элемент, его каждый школьник умеет делать. Давай, брат. Тебе немножко остается. Ай, я перелетаю. Нужно больше раскачку. Все! Что-то было, блин, похожее на кувырок. Давай. Если бы это было по-настоящему, он бы давно уже убился. Я встал на турник. Осталось только сделать сальто. Ноги нужно где-то вот здесь отпускать. Так, реплей, поставлю повтор. Что это был за элемент, непонятно. Я встал ногами на перекладин и зацепился. Но это была не петля Корбут, так как я не сделал заднее сальто. Но был очень близок, я был очень близок. Сейчас пробую вообще раскачаться прям. Как ракета. Как ракета раскачиваюсь я. Я сделал сальто! Я встал и сделал сальто. Вот это было вообще круто! Это было круто, но я не зацепился за турник. Офигеть, я понял, здесь нужно делать просто сильную раскачку. И тогда примерно будет что-то похожее. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Я раскрутился, встал на турник, сделал сальто, но отлетел слишком далеко и не зацепился. Было реально очень близко. Это пока самая лучшая попытка за все это время. Сделав попыток 200, у меня почти получилось сделать данный элемент. У меня почти получилось сделать петлю Корбут, но не до конца. Я уже отчаялся, я уже хотел все бросить, я уже думал, блин, не выпускать ролик или выпускать с другим названием, так как нифига я не выполнил свой челлендж, уже немного расстроился. В общем, решил все это оставить и пошел заниматься своими делами. Несколько часов спустя я уже позанимался своими делами. И меня все-таки не давала мысль, не давала покоя, блин, добиться уже цели, выполнить эту гребаную петлю Корбут. Потому что я, блин, столько сделал попыток, она у меня почти получилась, и я решил все-таки добить до конца.
и все-таки, несмотря ни на что, выполнить данный элемент. Уже было поздно, я уже хотел сильно спать. Включил камеру и начал пробовать делать петлю Корбут в игре Numiclone. Поначалу у меня опять нифига не получалось, опять я делал то же самое. Но потом меня осенило то, что я делаю что-то не так. И я решил кое-что изменить, добавить просто оборотов, добавить оборотов. И что у меня получилось, сейчас вы и увидите. Поехали. Я понял. Да! Я сделал петлю Корбут. Все. Я сделал петлю Корбут. Мазафака. Да-да-да, мазафака. Все. Я выполнил челлендж. Я выполнил. Да-да-да, я сделал петлю Корбут. Блин, с 300-й попытки у меня получилась идеальная петля Корбут в игре Numiclone. Блин, я сделал это в игре. Ну, мне не сам факт обрадовал то, что я сделал. А то, что я все-таки до конца, я все-таки пошел до конца и не сдался, и все-таки добился результата, несмотря ни на что. Я выполнил, я сделал этот элемент, я сделал петлю Корбут, хотя я считал то, что я вообще фиг его сделаю. Потому что в этой игре, я напомню, очень неудобное управление, очень неудобное управление. В общем, сам факт, то, что я сделал, меня это очень порадовало. И я так даже приободрился, блин, капец. В общем, как-то так. Ну что, друзья, вот такой получился видеоролик. Надеюсь, он был вам интересен. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И увидимся на следующих видеороликах. Всем пока.